Дорогие друзья, рядом со мной находится спонсор сегодняшнего мероприятия Александр Сычагов. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, о вашей деятельности, о вашей фирме, о вашем бизнесе. Чем вы занимаетесь? Я индивидуальный предприниматель, инженер-химик, занимаюсь промышленным оборудованием, по большей части теплообменным оборудованием, насос, компрессор, вот такого плана оборудования. Как вы относитесь к творчеству? Какие виды творчества вам больше всего нравятся? Ну, мне нравится бурлеск, полденс, восточные танцы. Вот такие вот виды творчества больше. Пение, вокал. То есть танцы и вокал, да? Да. А вы выступали на каких-либо еще мероприятиях в качестве спонсора? Да, значит, я неоднократно уже выступал в качестве спонсора творческих мероприятий, а именно конкурсах по восточным танцам, по бурлеску, вот по полденсу первый раз. Вот как интересно, да? Да, первый раз, да, получилось так. Предложили, мне самому было интересно, вот я решил поучаствовать. А здесь Мирус Авто впервые находитесь или уже? Первый раз вообще вот в данном здании. Никогда здесь не был. Вам нравится здесь? Пока не понял, что вот приехал недавно, еще не успел осмотреться. А расскажите, пожалуйста, у вас такая как бы, ну, профессия, деятельность не творческая. Да, и то есть я так предполагаю, что именно поэтому вас как бы потянуло вот в творчество, да, хочется такие мероприятия посещать и помогать, спонсировать. Ну, возможно, да, потому что сам никогда не танцевал, не пел, но смотреть всегда было на это интересно, приятно, и всегда с уважением относился к людям, которые умеют что-то такое делать красивое, да, на сцене. Соответственно, было интересно помочь в чем-то, в чем смог. А еще, если вас будут привлекать, вы будете оказывать спонсорскую помощь? Ну, это будет зависеть от, так сказать, финансовых возможностей в тот или иной период времени. То есть, этот год был, могу сказать, как у многих предпринимателей, не самый хороший. Возможно, в будущем будет гораздо лучше все. Как бы. У нас кризис рассасывается, потихоньку проходит, экономика восстанавливается. В принципе, возможно, да, и поучаствую где-то еще в качестве спонсора. Ну, Александр, я уверена, что сегодня вы получите большое удовольствие, потому что танец на пилоне – это достаточно необычно. Не везде можно это увидеть. И хочу вам пожелать получить удовольствие от сегодняшнего вечера, а также успехов вам и продвижения, процветания в вашей работе. Ну, спасибо, да. Ну и, соответственно, участникам тоже хотел пожелать удачно выступить. Так что спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Удачи.